motherfucker. What's up, ребят? Канал Ali Gameplays, поем Rock, Scorn. Погнали, ребятки. Игра из себя что представляет? Хоррор-шутан, ну, насколько он хоррор, насколько он шутан, мы сейчас будем выяснять. Игра нелинейная, точнее, линейная, точнее, нелинейная, нелинейная, я не помню, В игре нет интерактивных катсцен, игрок постоянно сохраняет управление персонажа, тоже занимается следить за тем, что происходит в этом мире. Все-таки Scorn является нелинейной игрой. Короче, вот, что вам еще рассказать? Алло. Эта игра, да, эта игра, короче, очень странная. Сам мир, в котором все это происходит, очень странный. У нас три пути, короче, три куда пойти. Все это дело очень напоминает работы Гигера. Пока ничего не понятно, в общем, мы ходим дальше. Так, есть центральная, да, есть и налево. Нет, давай по центру все-таки зайдем, мне кажется. Или тут синий ключик, а у нас синий вообще есть ключик? У нас ведь только оранжевый ключик. Да, у нас нету синего ключика. Ух ты. Смотри, у нас что-то тут есть. А у нас, прикинь, а у нас на правую кнопку есть оружие. И сюда мы пока не можем... Короче, смотрите, здесь что-то нужно будет сделать, но мы пока ничего не можем сделать. А-а-а, смотри. Так, сюда мы положили ключ. Не, нихера, ничего не происходит. И что? Значит, все-таки нам нужно сходить вниз сначала. Нихера пока не понятно, что происходит, что я делаю. Я просто бегаю как дебил по коридорам, напоминающий кишку. Очень неприятный тоннель, я вам скажу такой. Такие тут плесени какие-то. Что это за говнище? Офигеть! Что это? Рисинки какие-то ты ему вставляешь. Пойдем сейчас сюда направо. Оба-на, смотри. Офигеть, смотри, короче. Какая-то личинка у меня теперь на руке. О, прикольно. Это как у Робокопа, короче, ключ для считывания информации такой. Когда ты помнишь, он свечку втыкал везде, ходил там в телевизоры. Бытует мнение, что он пытался совокупиться, но это не точно. Смотри, ну у нас, короче, на руке выросла какая-то дрянь. Правильно, правильно? А нам нужно вот к той штуке, где две руки нужно положить. Должна была быть с личинкой или что это у нас? Ну, короче, вот это вот. Присоснёй. Возможно, это проканает. Да, смотри, короче. Мы кладем сюда свой ключ и вставляем руки. Дальше. Нифига себе. Нифига себе. Короче, теперь у нас есть синий ключ. Это оружие. Офигеть. Ну. Вообще, на самом деле, страшная херня, ребят. Я не знаю, чем вдохновлялись разработчики. Нихера себе. Смотри. Ты прикинь, это какие-то гадины, которые держатся друг за другом. Там какие-то головы летают. Два патрона, один патрон. Один патрон. Все, патронов нет. Давай. Идем дальше. Идем дальше. Нифига себе, куда мы прибежали. Ух ты. Ух ты. Бежим от них. Бежим от них. А. Нифига, они по мне валят. Надо вот так вот ходить из стороны в сторону. В смысле, все? Это все? Это все? Это все? Больше они ничего пока не придумали.